Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на новом эпизоде «Мёртвого космоса». Итак, напомню, мы движем свои булки космические в медотех, чтобы взорвать какой-то завал. По-моему, кто-то честно жить не хочет. Не знаю, что ты там задумал, но, пожалуйста, не лезь. Я тут делом занят. Это фонарик. Ничего особенного. Перезарядка. Всему голова. Блин, не в этой жизни всему голова, перезарядка. Где ты, где ты, где ты, маленький дружок? Или дружки? Вау, ну и трубень. О, наш заправщик. Отстань. Что за мелкие... What the fuck? Пошли в попу! Я сейчас умру. Что было бы совсем не кстати. Совсем не кстати. А мне говорили, все будет хорошо. Ты приедешь в мертвый космос, и там... Расслабон. Гибон. Но нет. Казалось, все очень проблемно здесь. Много мусора. Ай, почему мне кажется, что в этих тоннелях добра не жди? Йоу-йоу-йоу! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Селфи. Мне бы здоровиться сейчас не помешало. Совсем не помешало бы. Магазин. Продадим что-нибудь ненужное. Аптечка, аптечка, лечи меня срочно. О да. О да. О да. Так. Теперь я здоров, и сил у меня прибавилось. Я продал что-то ненужное и купил что-то ненужное. Можно сделать селфи! Монтируй бомбу! Вот. Что? Даже отходить не надо? Да, похоже, даже отходить не надо. Нас взрыв бомбой не может поранить. Ты прорвался. Да. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. Кто записывает... коды на руку. Вот из этой дыры стопудово какая-нибудь тварь может выскочить. Когда я буду пройду мимо, она выскочит, когда я буду за спиной. Я подойду так лучше. Думает меня обмануть. Ладно. Может взять винтовочку лучше? Да, пожалуй, возьму-ка я винтовочку. Возьму-ка я винтовочку. Тут хоть припасиков побольше. Кто это рычал? Дыра, не рычи, рычи, не рычи на меня. Привет! Тут все хорошо, по-моему. Надо полутать тут что-нибудь. Полутать! Вот дверь. Куда мне надо идти? Мне надо идти в эту дверь. Не будем спешить с выводами. Здесь лежат бочка раз. И все. Достаточно. Импульсные заряды! Импульсные заряды! Кто там бешеный бегает? Надеюсь, никого. Надеюсь, никого. Как я надеюсь, что там...
Никого нет. Привет! Так, я дошел в морг. Самое место, чтобы... Пака, 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 Херувима, привет! Да, я на тебя гляну. Ты где? Муслим Магомаев. Иди сюда. Надеюсь, оно достаточно мертво? Или не живо? Ну, еще раз открою дверь. Это новые работники в морге? Новые работники в морге, это хорошо. Если вы понимаете, о чем я говорю. Если эти работники в морге не являются самими участниками морга. Пфф, даже в тебе ничего нету. А с тебя-то я возьму, Нет, эту коробку не сломать ничем. Так, вот ящик. Что это такое? На стене висит. Ладно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Где-то тут было. Я застрял в стене. Вот, вот, ты мне нужен. Полетели. Гравицапа. Бумс-бумс. Никаких проблем. Бумс-бумс-бумс-бумс. Куда я тебя несу? Где, где твое место? Где вот твоя дырка? Чака-чака-чака. Мы получили свет. Что вот это такое? Кислород? Круто. Кто шепчет, а? Кто здесь что-то шепчет? Не шутите со мной! What is all, what is all? Got it all, but it's all. О, теперь мне сюда надо идти, да? Ладно. Ваша взяла. Пойдем сюда. Открывай, открывай. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Па-па-ра-пам-пам-пам-пам-пам. Стой! Ты маленькая. Привет! Ко мне бежишь? О, ты мой сладкий песик! Если ты песик, я тебя выведу на прогулочку, сам понимаешь чем. С моей плазменной винтовочкой. Я правильно двигаюсь? Да, здесь давно не убирались. Привет! Чё-то как-то... Вот так вот и вот так вот. Или же отдыхай. О, кредиты. Как мило. Только нафига мне эта плазменная энергия, когда я ей не пользуюсь? Куда ты побежал? Как же они выпрыгивают, а? Почему ты выпрыгнул с этой дыры? Возьму-ка свой резак. Взломать? Конечно, взломать. Что тут? Взломай, взломай. Сможешь взломать? Кто здесь? А, это я чавкаю, по грязи хожу. По грязи стел, по грязи стел. По-моему, эти ребята были очень богатыми, раз у них столько кредитов. Главное, я прилетел на корабль спасать их, а... Взломать. Вот так взломать? Или как взломать? Ладно. Будем стрелять точно-точно. Да?
чтобы потратить эти боезапасы и... Что? Что? Где? Оу, Я иду правильно? Да, я иду правильно. О, кредиты. Кредиты из белоголовки. Вот здесь хорошее место, чтобы прыг... Вот. Что это такое? Аудиосообщение. Эй, меня кто-то слышит? Да. Мое имя Эйлин Фиск, я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит. Почему они все ушли? Потому что все мертвы. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. Где ты, Фиска? Я слышу, как что-то скребется за стеной. О, здесь кругом все скребется. Кто здесь? Вы доктор? Конечно. Погодите, я знаю вас. Вы Гаррис, заключенный в колонии. Вы убили ту медсестру. Да. Помогите. Мы не сможем помочь тебе. Приятное сообщение рано утром. Потом эти штуки выламываются сверху, и сверху падают зомбики. Или кто это? Космические мудаки какие-то. Мо-мо-мо-мо-мо-мо. Привет. Ой, ничего, справился вроде как. Дай мне сюда кредиты. Спасибо за кредиты. Спасибо за кредиты. Не, нам не туда, конечно, но... Почему бы не подобрать здесь текстовое сообщение? Зачем мне эти текстовые сообщения? Что-то тут на стене, ага. И коробка. Еще коробка. Мы берем тебя с собой. С толстой сумкой на спине. Лазерный магазин. Зачем это надо? Баллон кислорода у меня, по-моему, полон. Ладно. Двигаемся кучно, как стая ласточек. Вот. Привет. Ты кто? Что происходит? Я в морг иду. Красота. Красота. Если бы все так делали, то... Я бы просто сэкономил время на игре. Это морг? Хороший морг. Хороший морг. Давай, двигайся. Хороший морг. Красивый, добрый морг. Красивый, добрый морг. Тарампа. Селфи! Открыть ворота! Е-е-е-е-е! Вот такой коридорчик, как раз чтобы... Отличненько. Что это такое? Исследовательский журнал, старший офицер по науке доктор Кейн, запись. Меня очень тревожит то, что происходит в колонии. Уверен, это как-то связано с найденным обелиском, но как именно, не установлено. Почти у 40% колонистов замечены признаки психического расстройства. Наиболее явные симптомы – острая депрессия, бессонница, галлюцинации. В случае насилия и убийств указывают на растущую паранойю. Не волнуйся. Доктор Мерсер предложил доставить нескольких больных на борт для обследования. К тому же психиатр колонии доктор Вэлланд признался, что не может объяснить происходящее и зашел в тупик. Мне не нравится идея привлечь доктора Мерсера, но сейчас необходим его опыт. Нам нужно решение проблемы и как можно скорее. О да, вам нужно решить. Я и являюсь вашим решением проблемы. Может, я и есть проблема? Кто говорит со мной? Кто говорит со мной? Эй! Как у вас тут, как всегда? Как в любом морге. Тинги-тинги-тилиги-тинги-тинги-тигилидон. Кто заходит в этот дом, умирает в нем. Тинги-тинги-тинги-тинги-тинги-тигилидон. Ясно.
Окей. Ага, значит, какая-то штука покусала вот это летающее вот человечка. И теперь он начал бегать, как дурило. И кусать всех подряд. Понятно. Все с ними понятно с их. Очередностью, как сказать. Коды получил, все подходит. Слава уже Богу. Все? Круто. Я попытаюсь просмотреть записи капитана, а ты пока отправляйся к транспортной станции. Свяжемся уже там. Нужно разобраться, что, черт побери, случилось с этим кораблем. А-а-а, не волнуйся. Хорошо! Нет, не надо это петь. Все будет совсем не хорошо. Так, что здесь можно подлутать? О, да, силовой узел. О, да, что-то здесь еще? Еще кредиты. Да, кредитов мало не бывает, особенно в космосе и мертвом. Что здесь написано? Help! На помощь. Его можно понять, но... О, что это еще? Еще кредиты. Плазменная энергия. Сюда? Хорошо. Это был лифт всего лишь. А теперь прослушайте спокойную музыку. Я тут был? Да, но я тут был. Тук-тук-тук! Я пришел. Ух ты, какой-то прокачанный, да? Хочешь сказать, ты крутой? Ты крутой? Да, они правда тоже точно прокачались. Какие-то бронированные стали прям. Бронированные бурундуки, ноги. Вини во всем лифт. Вини во всем лифт. Эй! Ля-ля-ля, ля-ля-ли. Ничего тут нету, ничего тут нету. Кто-то пинает трубы. А? Признавайтесь, я пришел. Из этой дырки, наверное, вылезет какая-то... Одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Да, не волнуйся. Я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Отлично, спасай ее. Так, ввожу коды доступа. Нашел борт-журнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Да ладно. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают. Какой наблюдательный! Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь, найду, в чем загвоздка. Селфи? На этом все, друзья. Мы отправимся в машинное отделение в следующем видео. Что мы сделали в этом видео? Мы нашли морг. Убили какого-то прокачанного трупа. Взяли с него код доступа. И все у нас хорошо, в общем-то. Жизнь налаживается. Пока! Увидимся в следующем видео!